Всем привет, друзья, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит, сегодня 11 апреля, 3 часа ночи, ждем обновления магазина, надеюсь, нормального. Прожимайте лайкос, погнали смотреть. Так, секундочка, друзья, и пошло обновление, пошло, о, новиночка, хорошо, уже неплохо, поднимаемся наверх, будем потихонечку доходить до него. Так, ох, ебить! Ну все, ребят, расчехляйте эти свои кошелечки, прожимайте кнопочку и врывайтесь, get greedy. Ой, одним вопросом меньше. Это get greedy, друзья, вышел. Мои поздравления для тех, кто ждал. Джигл, ёб того. Ой, какие эмоции, стартап. Ой. Ох, вот это эмоции закинули. Вот, но вот эти прям люди очень любят. Джигл и Get Greedy, это прям супер ожидаемые. Мои поздравления, ребят, кто ожидал? Да, это, конечно, развал. Это развал. И у нас еще и новинка при этом всем. У нас какой-то Тосиро. Тосиро, 1800 full комплект. Че ты за челик такой? Да вроде и ничего, рука прикольная у него. Как будто из какого-то файтинга. Что за бэкпэк? Хрена вам. Как будто, знаете, эти грецкие орехи вот в таких шкарлупах. Потом на земле валяются. Вот в таких вот штуках с двух сторон круглые. Потом раскалываются, там внутри грецкий орех, я вам говорю. Это прямо оно. Кирочка, какая-то меч и какая-то супер паршивая обертка. Вообще фу паршивая. 1800 за меч и скин. Ну, не знаю, по мне достаточно сомнительное. Хреново. Каштан, да, не грецкий орех, каштан. Ну, короче, вы поняли, блин, о чем я. Сирока. Вот Сирока кайф. 1200, ребят. Скинчик, не знаю, пишите в комментах, понравился, нет. Мне что-то кажется такое себе. Сирока поинтереснее выглядит. А это кто такая? Комплект PJ. А когда она вышла? 5 глава, 1 сезон. А че я вообще не помню. Она один раз, что ли, выходила? Почему новинки не написано? Я ее вообще не помню. Кирку не помню, бэкпэк не помню. Хреново. Не знаю, ребят, не видел. Не видел, не помню. Вроде скинчик ничего такой. Прикольно. Боты прикольные, их джинсы прикольные. А можно вырубить вот это вот мерцание? Многим не понравится мерцание, вырубить можно. Нормальная деваха. Нормуль. Лего-стиль. Прикольная. Прикольная деваха. По отдельности... Короче, этот скин мне больше нравится, чем вот эта фигня. О, вот этого типчика я помню. Да, этого типа помню. Полторашка баксов с бэкпэком прикольным. И скин интересный. Да, нормуль. И кирочка у него, да, кирка у него была прикольная. Точно, помню. Фулл комплект куна с Кензи закинули. Причем именно комплектом можно взять. Это 2800, 2 скина, легендарный дельтик. Двое кирок, двое бэкпэков. Хороший набор. Рассмотрите, у кого-то что-то может быть. Докупить набор нормуль. Закинули грызуна, который вообще изначально на Хэллоуин только закидывали. С лего стилем, видимо, поэтому и закинули. Прикольный челик. Дальше нам вновь вернули скелета, которого уже заездили из-за этого лего стиля, блин, обидненько. Дальше это опять Изамбель. Пробегаем, была она недавно. Кирочку добавили от вот этого вот типа от грызуна. Добавили кирочку вот этой девахи Изамбели. И эмоция, это бодрый шаг, но она выходит периодически. И закинули эмоцию Цуепа. Так, идем дальше. У нас пит-стоп и трасса. Трасса прекрасна, ребят, обратите внимание. 4 стиля. Хорош скинчик, лего стиль. Хреновенький. Кирочка также с 4 стилями. Нормуль. Адзуки закинули. 1000 раз ее уже кидали. Быстренько. Джонси, отлично. Спортивная походка и пошла. Пошла. Низкий потолок. Так, пачка треков, ребят. Треков у нас сейчас 1000000. Поэтому что-что, треки чекайте сами. Инструменты те же. Тут то же самое. Машинка неплохая. То же самое. Лего наборов новых нет. Наборы те же самые. И этот аватар остался, да? Ну что, магазин. А, и комплект шкафчика. Магазин, ребят, я думаю, капец как многим порадовало. Get greedy и, ну, новинка сомнительна. Тут больше эмоций, конечно. Эмоции прям хороши. Что могу сказать, ребят, если не хватает вебаксиков, да, вебаксиков, или какой-то набор, может, с вебаксами, стартер-пак там или что-то,
Не забывайте, Немогаз вам всегда поможет, ссылку на него оставлю. И не забывайте, что сейчас в телеге у меня розыгрыш 3000 рубасов, которые тоже могут вам посодействовать. Спасибо большое, что просмотрели видосик. Прожимайте лайкос, подписывайтесь и жду вас завтра.